Всем доброго времени суток. Так, немножко волосы у меня, не пойми что. Я по-домашнему, потому что снимаю из дома. И решила вам сегодня показать те растения, которые я купила в цветочном магазине. Вы видели у меня видео обзор растений в цветочном магазине в Германии, магазин Том. Кто внимательно смотрел это видео, вы уже знаете. Два растения даже три вы видели, и четвертое я вам покажу. Новое растение, которое у меня есть. У нас зима полным ходом, снег выше крыши. Сейчас я переключу камеру, покажу вам немножко вид из окна, сколько снега нападало, ну и, соответственно, сами растения. Так, сейчас я возьму. Очень удобно, что камеру могу я сразу переключать, друзья. Так, все, я переключила камеру. Сейчас мы пойдем с вами. Немножко отвлекусь. Так, я немного отвлекусь от темы, потому что стала вот здесь мимо проходить, и мне мысль пришла. Думаю, может, не все знают. У нас завтра уже первый адвент. И вот так я оформила композицию на столе. Здесь 4 свечи. Они зажигаются в каждое воскресенье декабря. Я уже рассказывала в одном из своих видео. Завтра я зажгу вот эту первую свечку, ну и потом, понятное дело, надо в следующее воскресенье вторую, третью, четвертую. Я их зажигаю все. Я не жду, если честно, я не жду, не соблюдаю особо это. Вот завтра зажгу, и они будут у меня гореть. Потому что мы по религии православные все, ортодоксы, и как бы это в нашу религию не входит. Просто соблюдаю то, что живем в этой стране. Ну и за счет этого тоже соблюдаем, конечно же. Так, у меня здесь везде со мной видео няня. Я принесла показать вам адвент-календар. У нас есть такой календарь для деток. С 1 декабря они открывают окошко, и здесь находятся различные конфетки, бывают игрушки, бывает косметика, всякие виды, короче, выпускают сейчас различные производители. А мы Валерке взяли вот такой, здесь обычный шоколад, самый такой, знаете, простой адвент-календарь купили ему. Не стали покупать там за 9 евро, за 20, и какие они там есть, да, дорогие, не стали. Ну, он маленький еще, что он? Во-первых, конфеты он и так видит, во-вторых, ему много нельзя, игрушек у него тоже хватает. Вот взяли такой вот, он уже открыл, мы вообще забыли. Не то, что мы забыли, я почему-то думала, что адвент-календарь нужно открывать с первого дня, когда первый адвент, то есть завтра. А Валера мне говорит, ты что, уже вчера надо было открывать? И вот мы открыли первое число, и я Валерке уже здесь пометила, что он вечером, когда он поужинает, он откроет вот это. Здесь вот у него, вот так он откроет, видите, там шоколадка, елочка. Он возьмет и съест. И завтра он позавтракает и откроет уже третье. Третье не могу найти. Вроде зрение хорошее, не вижу. Не вижу, друзья. Потерялась. А, вот. Третье. Так, и что хочу сказать. И также Валерий на работе еще шеф подарил для маленького Валерика тоже адвент-календар. Смотрите, супер. Шеф вообще прелесть, чудесный человек. И знаете, не у всех такой шеф есть, и не на всех фирмах. Я работала 10 лет в организации, так там снега зимой не допросишься, друзья. Никогда детям маленьким, вот сколько я работала, у меня, считай, дети подросткового возраста, еще дочка была, да, когда ей было, сейчас-то ей уже младше 18 будет, а ей было 7 лет, я стала там работать. Ни разу, друзья, за 10 лет он не поздравил ни то, что ни мою дочку, никаких детей, ничьих детей никогда не поздравляли. Вот вам как отличаются организации и шефы, и вообще предприятия, и сотрудники, и коллеги, и все остальное. На эту тему можно, конечно, долго и много говорить, и приятного, и не очень. Но вот как-то так. Вот я вам про эту тему хотела рассказать сейчас, да, и вот показать, какой прекрасный человек тоже поздравил Валерика. Адвент-календарь ему подарил. Так, а сейчас я вам, конечно, покажу растения. Но сначала покажу вам снег.
Покажу вам снег за окном. Какая погода. Очень красиво. Смотрите, как вот открытки печатают. Такие заснеженные деревья. Очень красиво смотрится все. Так. Я, знаете, поставила защитные вот эти линзы на камеру, на телефон. И мне почему-то теперь начинает казаться, что немножко качество плывет. Видите? Плохо фокусирует. Не знаю, может, я их снимать буду, потому что мне на нервы они действуют. Так, идемте, я вам покажу те растения. Так, начну с самой моей, как я считаю, удачной покупки. И ее я прям хотела. Я сейчас выключу свет, наверное, так лучше будет. Здесь лампа включена сейчас для них. Так, отключу. В принципе, по-моему, так же, да? Или лучше стало. А вот такая вот алоказия. Наконец-то я узнала, что это алоказия, а не филодендрон. А Азлани. Женщина написала мне, за что ей громадное просто спасибо. Она меня очень-очень выручила. Теперь я знаю, как зовут эту красавицу. И так, у нее уже 6 листиков имеется. 7-й вот лезет, вы можете видеть. Я от нее в восторге. Не знаю, может, лучше включить свет. Потому что вы не видите сейчас всю красоту листа. Так, ну ладно, я сниму ее ради съемки. Не хотела вообще. Сейчас, подождите. Вот так, чтобы показать вам всю красоту этого листа. Смотрите, невероятной красоты просто растение. Я в прошлый раз, когда ее увидела, я влюбилась в нее. Потом долго пожалела, прям дома, что я ее не взяла. Вот эта вот окантовка вокруг листа, вообще она шедевральная просто. Я прочитала про нее, да, действительно пишут, что это редкий сорт, редкий вид, которые люди, которые увлекаются алоказиями, якобы они прям мечтают иметь такой экземпляр у себя в коллекции. Ну, я тоже мечтала, и вот он у меня теперь есть. Но я сомневалась, что это алоказия, я почему-то думала, что это филодендрон сначала. И знаете, там еще другая была, черный вельвет. Тоже красивая, и Валера мне хотел ее, ну, предлагал, чтобы я ее взяла. Сейчас я, подождите. Взяла видеоняню. Валерка проснулся и опять лег. Решил, что мама должна доснимать. И он мне говорит: возьми лучше ту, черный вельвет. Ну, мы не знали еще название, да? Но ему понравилось то растение, но я тоже перепутала даже и эту алоказию, черный вельвет, не с филодендроном, а с калатеей. Я испугалась, подумала, что это калатея, а с калатеей я не очень дружу. Мне они очень сильно нравятся, но я с ними не дружу, потому что я боюсь этого паутинного клеща, да, притащить. И знаете, друзья, как же я была рада, когда я прочитала информацию вот про эту алоказию. Посмотрите, какая окантовка и какой лист. Я надеюсь, что она у меня приживется. Я ее поставила под лампу, куда я сейчас ее, конечно же, и верну. Так, вот так я ее поставила, друзья, да? Лампа горит 12 часов. А стоит вот на таком домике деревянном, чтобы не было холода ему, ей от этой мраморной плитки, от этого подоконника. И также эти цветы подняла туда. Здесь поставила также свой Эпипремнум Лемон Лайм, потому что там что-то ему, я не знаю, или ему там свет неправильный был, или полив не тот. Короче, что-то ему не нравилось. Я его сюда, вы знаете, я всегда таскаюсь место на место растения. Также сюда сингониум поставила, потому что вот это, видите, вот и вот. Я не знаю, что он падает. Если кто-то эксперт, и подскажите. Я смотрю, вроде все нормально у него. Но он падает, вот. Видите, я уже штуки 3 вот таких срезала. Земля не сырая, можете видеть, да? Застоя воды нету, земля влажная. Я его поливала. Поливаю раз в неделю сейчас. Не пойму, что ему надо. Может, света ему не хватало. Вот поставила под лампу. Также у меня здесь вот фикус.
под лампой, так как он вариегатный, да, ему нужна лампа. Ну и ладно, сейчас я вам покажу следующие растения, которые я купила. Вот они, в принципе, две сансевьерии новых моих. Вот эти вот я вам показывала, кто смотрел мое видео. Сансевьерия Хани, вот эта вот красавица. И сансевьерия Цилиндрика. И также у меня Лауренсия уже имелась. Вот сейчас у меня три сансевьерии. Они шли вот в таких вот кашпо. Вот здесь еще такая вот веревочка. Здесь она тоже была, ее кто-то уже увел. А я эту оставила, не стала снимать. Так оригинально смотрится. Что хочу сказать. Знаете, буквально накануне я как раз думала про сансевьерию цилиндрика. Так интересно, вот у меня часто бывает, о чем я подумаю, оно случается. Я вспомнила, что я должна была себе ее купить. Когда я Валерку родила и в больнице лежала, да, после комы, я в себя пришла, и первое, что я увидела в коридоре, когда я шла к Валерику маленькому, да, когда уже смогла идти сама, это вот сансевьерию цилиндрику. Я ее увидела, и я решила, что мне нужно это растение. Когда я приду домой, я обязательно ее куплю. Уже прошло больше 3 лет, и я ее еще не купила. Вчера я ее купила, да? А позавчера вечером я это подумала. Накануне прям. Думаю, блин, а почему же я ее до сих пор-то не купила? Уже 100 лет прошло. И как вы думаете, поехала в магазин вот снимать обзор для вас, да? Ну и для себя, конечно же, тоже. И натись тебе, пожалуйста, вот она стоит, красавица, еще с уценкой. Конечно же, я ее взяла. Очень ее хотела давно. Она мне очень сильно нравится. Вот теперь они здесь стоят. Ну и еще одно растение я вам покажу, также новое. Вот, в принципе, оно. Это дефенбахия. Знаете, взяла ее не в этом магазине. Взяла ее сегодня в магазине Kaufland за 2 евро 50 центов. Ее уценили. Вот такой шикарный куст. Я извиняюсь. Он был последний. Листья классные. На свой страх и риск поставила ее сюда. Побрызгала инсектицидом. Стоит. Все хорошо. Будем надеяться на лучшее. Больше некуда ставить. Потому что нужен свет, нужны окна. У меня все окна, все занято, везде какие-то растения. Поэтому вот ставлю так. Обработку делаю, ставлю. Ну и, конечно, контроль хороший. Так, что хочу сказать, друзья. У меня дефенбахия вот это уже где-то второй или третий раз. Я уже точно не помню. Мне кажется, третий. А может быть, даже и второй, не помню. Короче, к чему я? Растение само по себе непривередливое, но у меня почему-то оно не живет, так же, как и антуриум и специфилумы, которые считаются растениями, ну, даже для новичков они по зубам, так скажем, да? Но у меня почему-то они не идут. А которые говорят, что растения сложные, такие, например, как нефролепис, азалия, бальзамин, аспарагусы, да, которые нужно за ними глаз да глаз. Такие растения у меня растут хорошо, хорошо растут. А вот именно вот что говорят простые растения, ну не идут они у меня. Вот я не знаю почему. А так к чему я? Если еще раз он у меня не уживется, я думаю, что больше дефенбахию брать я не буду. Я бы и так ее не взяла. Вот не взяла бы. У меня нету такого, чтобы я вот пошла с целью купить дефенбахию. Нету такого у меня. Просто попалась на глаза последний куст и за 2,50. Ну, глупо, глупо было пройти. И кустик, как видите, очень даже красивый. Так, сегодня я ее поливать не буду. Она сегодня ко мне приехала. Смотрите, здесь еще сколько всего растет. Горшочек политый, он не залит, он не сухой, он полит. Хорошо пролит. Я думаю, его дня, может, 2-4 дня назад поливали. Он еще влажный. На улице вы видели, что у нас творится. Температура дома у нас сейчас, я смотрела, 20 градусов. Поэтому, я думаю, лишняя влага ему уж точно не нужна. Теперь я поливать его буду на следующую субботу. Я свои растения поливаю сейчас раз
Некоторые все смотрю, пальцем тыкаю, все смотрю. Получается, короче, раз в 7-10 дней, а некоторые второй-третий день, такие как Азалия, кто-то Нефролепис, потом кого еще могу, вот, аспарагусы, водохлебы, бальзамин, их и мелюнбекия. Вот их я поливаю чуть ли не каждый второй-третий день. А вот этого красавчика теперь полью в субботу, в следующую, потому что остальные все, вот филодендрон, фикус, вот это все, что здесь стоит, я уже сегодня рано утром, наверное, часов 8-9, уже я их полила. Полила рано, потому что осень-зима, вы знаете, растения поливать лучше рано утром или хотя бы до обеда. Вечером ни в коем случае поливать растения не нужно. А я знала, что я еду в магазин, пока я приеду, пока я все разложу туда-сюда, да, и будет уже там 3-4 дня времени, пока я полью это все здесь, не одно кашпо, да. У меня на мои кашпо вот эти вот все ушли. Это я не считаю сейчас орхидеи и суккуленты, их я не поливала сегодня. 3,5 литра воды. Три с лишним лейки. А я пока вот это все сюда-туда, да, через фильтр вылила, все полила. И вот представьте, если это поливаешь вечером, сколько они будут в себя пить, а потом просыхать, да? И на ночь оставлять их осенью, зимой опасно политыми, мокрыми. Перепад температуры, низкая влажность воздуха, вот вам и гниение корней. Для тех, кто не знал, да? Поэтому не рискуйте так. И осенью, зимой лучше поливайте цветы до обеда, а лучше всего рано утром. Смотрите, декабрист опять начал сходить с ума, если можно так сказать. Вот один бутон он не решил всего оставить. Вот это вот мой древний декабрист, я вам показывала, да? Один бутон. Было их 5 или 6. Все поскидывал, я не знаю, где они, я их не нашла, на полу нету. Я уже думаю, может, маленький Валерик их пообрывал и потаскал. Короче, вот один торчит, и не знаю, откроется он или нет. А другой хорошо расцветает. Сейчас покажу. Так, и я вернулась опять вот сюда, друзья, потому что я не помню, захватила я этот кадр здесь или нет, когда снимала вот этих новичков. А вот так раскрывается декабрист сейчас Шлюмбергера. И видите, вот этот вот начинает уже увидать. Но я не снимаю, ничего не снимаю, ничего не трогаю, не кручу, не верчу, не хочу его опять загубить. И знаете, сегодня еще в магазине Kaufland взяла по скидке два товара на кухню. Сейчас покажу вам, если может кому-то интересно будет. Так, смотрите, взяла вот такую досочку. Вот так она выглядит. Вот такой бренд Бергнер. Вот. Очень классная, очень качественная. Если кто-то видел или думал себе что-то подобное, обязательно берите. Тяжелая, увесистая, плотная, не тонкая. Так, стоила она 7,99, а нормальная цена 20 евро у нее. Я, конечно, сразу взяла. Для нарезки очень хорошо. Можно и резать на ней все. Вот с обратной стороны вот такая. И можно также для нарезки, например, сыр или что-то вот красиво разложить. Тоже будет смотреться очень даже хорошо. И также взяла, смотрите, вот такие ножики, ножи, 4 штуки. Тоже этот же бренд. Сделано вот такой книжкой все. Смотрите, какие классные. Вот. И здесь и для, господи, для овощей, для фруктов, для зелени. Специальная заточка у ножа идет. Нержавейка. Вот так все красиво оформили. Очень красиво оформили. Мне прям нравится. Даже жалко вот открывать и вынимать. Так. А ножи 14,99 сейчас они идут, а нормальная цена их это 40 евро. Так, где ты тут? Сейчас достану. Подождите. Так, очень тяжелый такой, удобно держать в руке. Так, вот здесь нужно почистить, что-то он какой-то пятнышки имеет. Я не знаю,
Я надеюсь, это не ржавчина, потому что вообще стоит, что это нержавеющая сталь. Разное лезвие имеет. Вот видите, да? Очень тяжело вынимается, конечно. Не знаю, смогу ли я его вынимать еще раз. Одной рукой очень тяжело, да и двумя тоже, я думаю, не так уж и просто. Ну, короче, вот так, друзья, я вам покажу, потому что сейчас здесь буду 3 часа ковыряться, пока я их достану. Вот это лезвие сейчас попробую почистить, отойдет или нет, не знаю, что это такое. Вот, но ножи мне очень сильно понравились. Вот такое видео у меня сегодня для вас. Надеюсь, было полезно, интересно. Жду вас в комментарии, как всегда. Если есть что-то добавить, написать, дополнить, особенно в плане алоказии, конечно, мне будет интересно, потому что алоказия у меня первый раз. И мне они сейчас очень нравятся. Я не знаю, что это в последнее время. Мне алоказии, филодендроны. Что еще? Вот, в принципе, вот эти два растения очень сильно нравятся стали. Желаю всем всего хорошего и до скорых встреч!